Друзья, всем привет! Сегодня встретил интересного блогера нашего города. Подожди! Не формат. В прошлой серии я не сказал про эту группу людей, которую собрал вот этот замечательный человек. Ссылочки в описании будут. Тревел-блогер, волгоградский, интересный, классный, Ром. Путешествовал. Честно, не сообразил тот раз. Да ничего, блядь, вот, пробалбесничал. Уважаемые подписчики, ссылочка будет в описании. Переходим, подписываемся. Интересное комьюнити организовал данный человек, набирающий хорошие обороты. Да, также у нас еще присутствует еще один блогер, Камикадзе Тревел. Давай, все в кадр. Олега в прошлом видео показывал, рассказывал. Человек проезжает достаточно хорошие дистанции на своем автомобиле Toyota Hilux. Ссылочка будет также в описании. Переходите, подписывайтесь, смотрите. А сегодня будет мероприятие, которое мы постараемся заснять и показать вам. Коалиция нищих блогеров. Так что вступайте в нашу коалицию, ребят. Ну не, мы же разбогатеем когда-нибудь. Коалиция. В данный момент. Подписка, все ссылочки на всех блогеров, короче, будут внизу. Количество камер на квадратный метр зашкаливает. Че, какие шансы сегодня победить, как думаешь? Надеюсь, на первое место. Я думаю, они будут оправданы. Машину твою подснял, достаточно интересный аппарат. Спасибо. Ничего не одевать. Тише, дойди, а то колеса уйдут. Участник номер два, поехали! Эффектно. А какое у тебя время? Поделись информацией, прослушали. Даже не знаю. Сейчас еще не записывали время. Блин, ну проезжал эффектно, прям прорыв такой. Вот последний раз было нормально. По-моему, 12 было что-то. Да, 13.04, по-моему, говорили. Но это лучшее, наверное, время. Ну, как бы, я думаю, да. Ну вот я пониженную не стал втыкать. Но ты ехал по-честному, прям по самой жести, без объездочек. Да стягивает. Стягивает все равно. Угу. Может быть, то, что быстро кручу. Может быть. Ну, будем ждать тогда результатов. Ну, то бишь, сейчас пока вне зачета, да, вы катаетесь? Пробные. Да, пробные. А пробные были. Когда же пойдет? Пробные. Час, а вроде сказали, да? Я говорю, зачет когда пойдет? В час, вроде сказали. А, час. В час, да, начнется вся эта вакханалия. Самое интересное. Все внимание на трассу ПРО! Отмашка! Первый зачет и заезд автомобиля «Устрица». Тормози, шеф!
Это жестко. Финишировал 12.88. Так, сейчас будет зеленая Нива. В прошлом видео в моем она прям доминировала по грязи, легенькая. Но там не было воды. А здесь сегодня вода, и в первом заезде тестовом он заглох. Вот примерно вот здесь. Что такое? Олег, какая-то отработанная стратегия у тебя? В одном и том же месте. У тебя была какая-то, да, тактика, и ты ее придерживался? Давай спинтер к ним. Финишешь на той стороне. Белый дым сидит только в хороших дровах, а качество сухих. Плохо проехал, да? Да не очень. Но он, может быть, будет повторный заезд. Улучшится свой результат. Так, там класс стандарт летит. Красиво, но мокро. Для зрителей. Секретные технологии подсниму, можно? Да, это у вас. Так мы тут все просто. Скотч, пакеты и все, поехали. Отличный фонтан устроил очередной участник. Отлично! Я в него верил. Вообще, в принципе, мне нравится Нива Шевролет для легкого бездорожья и для семейных вылазок куда-то на природу. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Судя по звуку, водички все-таки взял. Короче, супер бронепровода не помогают, да? Да, легко. Катушки-то вот провода, да?
Захар. Поменю. 19.50. Итак, вот. Вау! Кадр за кадром, эффектные проезды, препятствия. Шикарно. Привет, привет. 22.05. Интересный зритель. Он, по-моему, не просто зритель, он даже поучаствовать готов. По-любому. Отпусти его, он сейчас все тут проспал. Молодец. Спасибо. 18.56, время лага. Мальчик, не бегай по трассе. Да, смотрите, что бывает. Ты участник или зритель? Участник. 18.14. Да, лучше подальше, лучше. Реклама каната, не, канала не формат, на спине. 21.46. Я думаю, мы будем отличное время, жив. 14.34 ворота. Ну что, друзья, достаточно много людей собралось. Постарался подзаснять интересные моменты, как проезжали машины и препятствия. В фоне, конечно, в связи с тем, что организация данного мероприятия с большими громкоговорителями, в фоне есть музыка, которая под монетизацию не пройдет. Поэтому этот видос будет выложен без обработки звука, будет слышна музыка, YouTube будет ругаться. Но я его оставлю все равно на канале, чтобы вы посмотрели, как проходит мероприятие в городе Волгоград. Дмитрий FM.